был вечер, мы ехали по пустынной дороге, направляясь в сторону пепелища. Ничто не предвещало беды. Собачки, собачки. Одолели, едут сейчас с этой. Кто приехал первый канал? Кино. Не, мы жареные подавай, поверьте. Я же нет, их уже разрешили просить. Лезут, выгнал, они через забор залезли. Прямо с ним. Варили. Я говорю, у вас на телевизор включить нельзя ничего. Чего вы показываете? Одни стрелялки, блядь, все кино про стрелялки. Одна ментовка и все побеждают. Другие, блядь, включишь. 112, там одни убийства, кровь, блядь. Зарезали, убили, блядь, и пожары. Все. И телевизор. Приехали. Вы, говорит, пойдите через речку, пройдите, поля заросшие. Морковка стоит 80 рублей. Я говорю, вот, блин, надо вообще. Показывай. Сколько морковка? 80 рублей еще. Вот. Смотри какая. Попробуй подыми. Кто тут жеребец? Рельс. Вот сколько мечей можно наделать. Это закладные для камина. Это сварка или что? Смотри, вот это была внизу. Вот эта часть. А это вверху. Это, ну, как бы в земле. Да это никакая не сварка, видишь, ее просто расковали и раздвоили. Да. Это кузнецы все делают, они без сварки делают. Ладно, пойдем. Если напильник раздвоить, блядь. Надо будет ее мне вытащить отсюда, пока не спишь. Но ее не надо сдавать. Нет, ты что? Я такие вещи не сдаю. Это здание сам князь жил. Вот, видишь, колонна. Такая же, как это поменьше. Вот, смотри. Так это сгорело. Смотри, вон она закладная стоит, видишь? Вон такая хрень. Ага, все увидел. Вон она железка стоит. А это камин был. Вот надо ее тоже будет таджиков хочу вытащить, значит пиздец. Вот, видишь как? Двухэтажный был, здорово. Ну она как порох, блядь. Это уже вот эти новостройки, это все приделано. Вот да я вижу, это так грабится не использовать. Да. А так бревна были, вот смотри, как заделаны, это интересно. Это старье. Сюда были бревна сделаны. Это нет, это не здесь. Это уже новое. Видишь? Это старинное, да. И сюда были бревна вставлены. А там уже внутри это наделали эту же перестройку. Ну что, все это остается. Вы еще приедете днем, походите, полазите. Так условно вам показал. Вот не зря ехали. Здесь можно только пошиться, да?
Это да, там мой труд. Туда собаки, как бы они не зашли. Не, он как бы в сторонке стоит, а этот там гуляет. А там приходит место, где собачьи стоят. Прям к забору, и они начинают друг на друга лаять. Я же стал ругаться. Собаки не будут. Нельзя будет. А потом здесь была старая собака, цыганка, правильно? И она жила там в этом здании. Там, да. Приходила ко мне тут кушать. И Мишка жил один, черный еще. А что ты там померла? Если бояться. Нет. Это основная спальня. Здесь
здесь разделили, поставили что-то главное уже. Вот это пространство, до туда можно было. Ну вот это хозяйская спальня. Вижу, даже она отличается. И за это, может быть, ее просто Миш ее пытались реставрировать, разбили. Может быть, что-то доставали, кстати. Да это вообще по-дурацки нарисовано. А это же просто фейк. Ну. Тут-то все одной рукой нарисовано с определенным отмашем, с таким. Причем каждая штука, это каждая индивидуально, да, да. Каждый их вручную делали, конечно. Ну или 250 назад. Это кубаль. Тогда уже знали, как кубаль добывать, конечно. На керамику, наверное, на красную керамику не ебашь. Это тоже, в принципе. Ценное? Ценное. То есть можно плечку попасть. Ну, то есть, даже если могу сказать, это может быть только в этом доме. Вот, допустим, такой рисунок. Надо сделать только вот для научных вот этих сложностей. Он этот рисунок тоже может что-то означать. Даже не что-то может означать. А что-то конкретно он означает. Нет пизды нарисовано. Нет балды. Я вообще на видео снимаю, короче. Ну вот один из вариантов, это печь. Сам один из вариантов. То есть его можно пробежать, как он искать? Да. Плюс еще и верхнюю часть, которая будет накрашена. Ну, вот ты хозяин хаты. Один образец технологии. Чтобы не выигрывать ничего в самом полное, когда у тебя есть сила. Рядом не с собой. Маленькая заначка. И она быть должна в таком месте, в котором ты подошел, молотком бьем. В другом. И достал с ней кубышку свою, чтобы вовремя сигануть. Где мужик, вот в этом месте, вот мужик, который владелец этого помещения, работал здесь. Это было место его. Может быть, вот здесь вот это было место его работы. То есть кабинет был вот в этом месте. Ну он такой поэтому интересной формы, да? Помещение? Ну, да, такой, видишь, неправильный. Ну, даже, знаешь, это, вообще, если говорить по ориентации этого дома, то в этом месте находится кабинет. То есть он в другом, либо в другом месте не может быть. Чуваки, которые строили его, понимали, почему именно в этом месте.
Ну вот да, посвети, да, по центру. По центру тоже же, по-моему, фальшивые. Вон, да? Ага. Нет, там дымоход проходит, но здесь может быть где-то вот в каком-то месте будет полость. Может, там были какие-то технические, ныне ненужные устройства, которые просто поменяли плитку. Ну или просто тупо разбилась плитка. Где? Ну вот, видишь, еще два. А, наверху? Вот, видишь, еще два. Нет, это ну, скорее всего, делали осознанно, потому что, видишь, здесь подрезка. А, вот одну, один, вот это правда. Ее, видишь, поломали или как ее сделали? Это подклей? Нет. Это, кстати, интересно. Эту резали, получается. Эту резали. Это странно. Знаешь, почему? Это, может быть, ты прав, Серега. С уровня снимали, потому что чуваки... Еще где-то есть у нас резка? Есть. Может быть, уже что-то переделывали из того, что было. Может, тут потому отрезать. Что, смотри, по идее, вот здесь реально. Это вот это вот, они вот так вот порвать рисунок, это вообще-то что-то подделывали. А вот так вот, видишь, он здесь? Наклеенный, что ли? Но он как бы вот он, здесь вот тоже непонятно, что это. Как вообще, что наклеенный? Рисунок? Вот там, наверху. Нет, вот здесь вот понятно, что это никто рисунок не порвал. А вот здесь какое-то усиливание. А как они поверх кирпичей, что ли, рисовали? Это не плитка получается? Это кирпич. На нем глазурь нанесена. И уже поверх рисовали прямо здесь. А потом запекли. Не, это жгли специально. Но здесь ну, там кирпич красный. Явно рисовали вот так вот, то есть один элемент. Да, рисовали вот так или нет, но по сути это делали, кто знал эту технологию, я не знаю, смальку наносили, потом кобальтом все это рисовали, какой-то хуйней похоже на какие-то красители. Потом запекали в печи высокотемпературной. Она бы сколько лет не прожила. Ну ясно. Ей ну, нет, да, вот что видно, что у нее, видишь, это бой. Здесь уже реставрировали, а так видно бой, это кирпичи. Вот это смальки. Глазури. Глазированный кирпич. Ничего себе. Собака, да, рвала? Собака, скорее всего, давно. Какого-то хуя она закрылась на этом этаже. Может, ее привидение закрыло. Она пыталась. Ну да, похоже, кстати. Выполнился отсюда через пол. Логично. Этаже. Слушай, а дом с сифонами тоже хорошо, может быть. Ну я. И вот стернул от этого. А куда? Да. Ну что, пошли вниз по лестнице? Так,
Да, это мы ее прошли уже 5 раз. Печка. Кран печи. Задняя, да. А где-то зал тут был здоровенный. Должен ли был здесь зал? Или мне показалось? На первом этаже. А, наверное, на первом этаже. Так, что, откуда мы пришли? Куда мы идем? Вот отсюда, по-моему, здесь, пришли. Кстати, знаете, что тут? Это была эта бальная комната. Здесь собирались гости. Были накрыты столы и танцевали иногда. А вот это было приемное. Попадали сюда, в зал приемное. Ну да. И вот по этим рисункам можно, кстати, понять, кто здесь был. Это срун роющий.
сделать свой трансформатор, проверить прямо там. Все ли, да, кстати? Сортирники. Компрессор хороший. No.